сейчас прозвучит песня. Очень не то, что она необычная, но на самом деле для меня необычно было ее появление на свет, этой песни, поскольку замечательный мой соавтор петербургской поэтессы Алла Константинова, которую многие нас знают и любят, и мы встречаемся каждое третье воскресенье на Большой Морской 38, поскольку я являюсь еще руководителем музыкального проекта «Клуб Верлибр», «Клуб творческих встреч». Так что можно нас послушать всех, увидеть и пообщаться каждое третье воскресенье на Большой Морской 38. В 6 часов мы всегда там собираемся. Вот. И на одном таком мероприятии, на одном нашем вечере, оно было около моего дня рождения, который у меня тоже уже скоро, вот, был мне подарен такой текст с просьбой написать музыку. А посвящался он не мне, а моему имени Анна. Алла Константиновна сказала, что у тебя такое красивое музыкальное имя, почему бы ему не посвятить песню? И так родилась эта песня «Посвящение имени Анна». Слова Аллы Константиновой, музыка вашего покорного слуги. В этом имени все, что любить наше сердце хотело. В нем фарфоровый ангел прольет свой фарфоровый дождь. И прозрачной ноты растает снежинка на белом.